Ну, это к сожалению, это печалит. Опять же, возвращаясь к своей родной телекомпании, был у меня случай, он уже давно был. Мы писали подводки рядом с генеральным штабом, с Министерством обороны, я в кадре, у меня оператор молоденький, который только-только закончил Академию искусств, причем с отличием. Ну, он уже сейчас не работает, поэтому я так спокойно рассказываю, не подставлю, и да и фамилии не называю. Мы выставляем там, значит, камеру, все. Я показываю, а там дом рядом, где жил Ли Харви Освальд. Каюсь. В свое время я знал, кто такой Освальд, естественно, но не знал, мало того же, не знал, что он в Минске жил, я уж не говорю о том, что я не знал, что он был в советской стране. Но это было давно, потом я это узнал. Я был в этой квартире. Самое интересное, там жил отец моего друга. Вот. И я камеру ставил, я говорю, о, вон балкончик тот, там Освальд жил. Парень такой, а кто такой Освальд? Ну, я такой, как же так? Потом подумал, ну да, я не знал, что Освальд жил в Минске. Кто-то может не знать, кто такой Освальд. Я говорю, ну это тот, который убил Кеннеди. На что оператор сказал, а кто такой Кеннеди? Чуть не сорвал съемку, блин.